Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Алло. Будь ласка, зачекайте. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Щоб завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. Арсен Борисович, вам дзвоню весь день. Це Жириновский, Россия, Москва, Государственная Дума. Хотел с вами переговорить. Вы перешли красную черту. Ситуация для вас осложняется и для других руководителей Украины. Хотел вам дать несколько советов, как избежать самых суровых последствий от всей деятельности вашего правительства. Ну вот по мобильным никто не отвечает. Дякуємо за користування послугою автовідповідач. Алло. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Алло, добрый день, добрый день. Слушаю. Здравствуйте. Владимир Вольфович, меня зовут Геращенко Антон Юрьевич, советник министра внутренних дел. Часто бывает, ваш телеканал «Дождь» меня показывает, так что, может, видели визуально. Министр мне сказал, что вы звонили нам в приемную, хотели переговорить. Поручил мне это важное дело. Так, слушаю. Ну так вы же звонили к нам. Приехать? Нет, вы знаете, к вам я приехать не смогу. Я думаю, что лучше всего, если мы с вами встретимся когда-нибудь в суде, Владимир Вольфович. Может быть, даже Гаагском. Это простая вещь. Но ведь есть проблемы сегодня безопасности, об этом нужно говорить. Так, конечно, есть. Судебные дела, они ничего не дадут. Владимир Вольфович. Если будет суд, то это будет суд военный, трибунал Московского военного гарнизона. А мы думаем, что Киевского. А мы думаем, что киевский. Владимир Ильич, будет. Будет. Будет народный суд, Владимир Вольфович, потому что вы развязали войну агрессивную. Для таких, как вы, нужен Нюрнбергский трибунал. Для вас и господина Путина, Владимир Вольфович. Для вас и господина Путина нужен Нюрнбергский трибунал за то, что вы развязали войну, отняли у нас Крым и хотите теперь забрать Донбасс. Но этого не получится, потому что поезд ушел, потому что украинский народ прозрел и не слышит вашей пропаганды. А сейчас мы еще выключим все ваши телеканалы, чертовой матери, российские, в Донбассе. И народ прозреет окончательно. Вот и все. Владимир Владимирович, при всем уважении к вам, у нас возбуждено уголовное дело по фактам того, что вы поставляли оружие в Украину, передавали транспортные средства, автомобиль «Тигр» и так далее. Нам ваша роль хорошо известна, поэтому мы сейчас объявили вас в розыск в Украине, будем добиваться запрета, чтобы вас ни в одной цивилизованной стране мира не принимали. Вот отдыхайте на Чукотке, на Камчатке и так далее. Да, так отдыхать нам пока с вами некогда и незачем. Вы должны понять, что ситуация ведь опасная для вас, не для меня. Потому что войну ведет киевское руководство. Я не веду никакой войны. У меня есть охотничье ружье, оно у меня здесь стоит дома. Поэтому я никогда никакого... Владимир Вольфович, вы голосовали лично за аннексию Крыма. Это есть факт. Вы лично передаете материальные ценности террористам. Значит, Владимир Вольфович, я тогда вам хочу сказать, что исторически Украина была ведь вся на Дону, понимаете, Ростов-на-Дону и Белгород это тоже входили в земли Украины. Поэтому давайте на эти вопросы не спорить. Я хочу сказать следующее, если вы будете помогать нам бороться за свободу Украины и помогать разъяснять вашим коллегам по Государственной Думе, что то, что делает сейчас Россия, неправильно, я уверен, что наши суды учтут эту меру как смягчающую в будущем. Владимир Вольфович, извините, извините, но у вас в стране нету выбора вообще, вы же знаете. А у вас нет выбора в стране. У вас можно выбирать одного кандидата, только если его фамилия Путин. Значит, Владимир Вольфович, я гражданин Украины, и надо будет, за Украину умру. Надо будет, буду сидеть в тюрьме, но только эта тюрьма будет явно не российская, я вам хочу сказать. И я хочу сказать следующее, Владимир Владимирович, если вы хотите конструктивного разговора, то разъясняйте, пожалуйста, вашим коллегам по Государственной Думе, коллегам из Совета Федерации о том, что нужно прекращать то, что ваш господин Путин развязал у нас на Восточной Украине. Потому что эта война, как Афганистан похоронил Советский Союз, она похоронит Российскую Федерацию, просто-напросто. У вас хватает своих проблем.
У вас в Сибири нет дорог. У вас ничего нет. Владимир Вольфович, вы послушайте. Так, Владимирович, я обожаю ваше выступление, я ваш поклонник своего рода, да? И вы знаете, я смотрел ваше выступление на выборах в 2012 году. Вот я его даже специально сейчас перед встречей этой просматривал. Тут вы говорите. О. И это 13 лет назад у него. 10 выбрасывал. Педофилии такой не было ни в одной стране мира. Зашкаливает. Коррупция зашкаливает. Значит, разводы зашкаливают. Мы везде на последнем месте. Вы можете... Вот вы сами 2 года назад говорили, что Россия везде на последнем месте. Зачем вы тащите и пытаетесь тащить людей, обманывая их в Россию, если вы сами знаете, что вы везде на последнем месте, что у вас дети выбрасываются из окон? Зачем? Займитесь вашими проблемами. Давайте жить дружно, мирно. Самоубийство на первом месте Швеция и Литва. А Литва входит в НАТО и в Евросоюз. Поэтому это вопросы совсем другие. И мы указываем недостатки. Если у вас пропаганда вести, у вас вообще население осталось без газа, без света, без медицины. Мы выживем, Владимир Вольфович, зато мы свободные люди. Мы свободные люди, Владимир Вольфович, а вы не свободный человек. Или быть убитым. Вы знаете, мы украинцы, как казаки в фильме «Тарас Бульба», если надо, будем погибать, но за свою свободу. И в гимне у нас такие же слова сказаны. Понимаете? Поэтому я хочу сказать следующее. Мы пускай будем без газа, без света, но мы будем свободны, мы пойдем в Европу. А Российская Федерация, я очень сожалею, что у вас такой руководитель, господин Путин, который сделал вас всех несвободными. У вас нет выборов, у вас нет права выбора. Это... Вы никому в Европе не нужны. В Европе нужно тех, кого можно пограбить. А у вас ничего не осталось. Разрушенная, разбитая страна. Зачем вам нужны Европы? Богатая Турция не нужна Европе. А вы говорите, что вы с отсутствием в казне денег, без энергоресурсов, Владимир Вольфович, украинский народ все решит сам. Вы скажите, а как вы к Януковичу относитесь? Мне просто интересно. Вы же наверняка знаете, как он грабил страну. Отрицательно. А почему тогда господин Путин и ваша государственная политика помогала ему гнобить Украину? Почему вы не указывали, не старались помочь украинцам тогда? Из двух жен выбирали меньше. Он был лучше, чем Ищенко. Но все равно он был слабый человек и не способен управлять Украиной. Тем не менее, он преступник. Тем не менее, он преступник. И сейчас вы, как представитель Российской Федерации, как представитель власти, вы содействуете тому, что вы не выдаете преступников, которые убивали людей, которые грабили страну Украины. Мы подали все запросы в Россию. Вы их игнорируете. Это что, правильно? Это добрососедски? Почему вы преступника скрываете? Ну, вы понимаете, что у вас преступлений сегодня куда больше. Мы не обещаем за голову украинцев 10 тысяч долларов. Мы их лечим. Корнем и отправляем к вам на Украину. И присылаете своих граждан убивать украинцев. За каждого русского человека. Владимир Ильич, вы присылаете наемников, вы об этом знаете прекрасно. И присылаете им материальную помощь, и присылаете им оружие, и даете это оружие. Для того, чтобы они убивали украинцев, Владимир Ильич. Это есть правда, это знает весь мир, и знаете вы. Мы так с вами не договоримся. Но я вам одно, а вы мне другое. Так а что, какой у нас может быть предмет договора? Я предлагаю, помогите Украине. Все вопросы. А вы боитесь встречаться. Чего бояться? А так приезжайте к нам в Киев, Владимир Вольфович. Мы вас ждем. Приезжайте к нам в Киев. Я вообще приеду. Ну давайте так... договоримся, куда я приеду, как я приеду. Да вопросов нет. Я не могу приехать на вокзал и ходить гулять по Крещатику. Чтобы организовать, может, встречу, с кем будет встреча и так далее. Владимир Вольфович, без я проблем. Встречу организуем. Потому что вы отвечаете за решение российско-украинских вопросов. Я же не исполнительная власть. Если я был министр внутренних дел, хотя бы министр иностранных дел. Вы участвуете в принятии государственных решений. Владимир Ильич, вам верят люди. Наш Ивашенко и наш руководитель нашего СБУ, нашего КГБ. Владимир Ильич, вам верят люди, они за вас голосуют. Да, пожалуйста, мы вас ждем в Киеве. А вы ничего не хотите. Вы же понимаете, что Америка вас бросит. Владимир Вольфович, вы знаете, мы сами выкарабкаемся, поверьте мне. Поверьте, выкарабкаемся. Чем кончилось? Наши танки были на охране в Тбилиси. Все. Значит, не равняйте нас, пожалуйста, с Грузией. Не равняйте нас, пожалуйста, с Грузией. Грузия была слабым противником для России. У вас 145 миллионов населения. Грузии, дай бог, 3. Вы ее задавили со всех сторон, Украину так задавить не получится. И вы знаете прекрасно, что если Путин ведет войска в Украину, мировое сообщество сделает из России Северную Корею. Вот и все. Нет. И откажется покупать там у вас нефть и газ, и тогда... Не ударят. И
Киев будет освобожден. Как в 2018 году, в 43-м, так и в 14-м году. В 2014 Значит, Владимир Вольфович, Российская Федерация... До первого выстрела. Российская Федерация, если... Они свои посольства эвакуируют и будут ждать решения вопроса. Значит, Российская Федерация, если будет продолжать вести агрессивную политику, развалится, развалится как изнутри и снаружи. И все. И на этом вы закончите существование Российской Федерации. К огромному горю миллионов россиян, которые в целом хорошие люди, которых вы вашей пропагандой, которая льется уже 14 лет с экранов телевизоров, зазомбировали. Я помню ваши выступления в 90-м году, в 90-х годах. Вы были народным трибуном, вы говорили то, что вы хотели. Сейчас вы знаете прекрасно, как сейчас вам тяжело всем политикам живется. У вас один депутат всего проголосовал против аннексии Крыма. Всем остальным страшно было. Давайте прямо говорить, Владимир Вольфович, у вас нет свободы, у вас нет демократии. Это не аннексия, а возвращение. Это русская территория. Крым забудьте все. Теперь нужно... Значит, я прошу секундочку, но Москву основал князь Юрий Долгорукий в 1147 году. Киевский князь, которого туда послали. Будь ласка, верните нам, пожалуйста, Москву. Потому что она управлялась из Киева, вы это тоже исторически знаете. Если мы сейчас начнем в историю копать, так вообще и Украина, и Россия должна шведам принадлежать, Рюриковичам, да? Поэтому давайте не будем. Мы жили нормально, мы жили добрососедски, при Ельцине. Мы жили нормально какие-то еще годы, но после этого господин Путин решил стать Гитлером. И теперь в результате самое страшное, льется кровь, гибнут люди. И Владимир Ильич, я уверен, что вы в целом нормальный человек, что вас подставил Путин. Когда вы приезжали, передавали эту материальную помощь, эту автомобиль «Тигр» и так далее, помогайте Украине сейчас наводить порядок. И помогайте Украине убеждать ваших коллег в России, что не нужно воевать с Украиной, это плохо для всех сторон. Вот это предмет для договоренностей. Все силовые действия, сеть договориться, Новороссия отходит к России, Чернигов и Сум к России отходят, Северная Запада Украины, Белоруссии. Давайте вам оставим один Киев. Значит, Владимир Вольфович, у нас с вами договоренности не получится. Не получится. Мы победим сейчас, выдворим сейчас террористов ваших российских террористов, выдворим сейчас с территории Донбасса. И наведем порядок в Украине. А потом мы сделаем в Украину богатой, процветающей страной, такую как Южная Корея, такую как Израиль. Сделаем мощную систему безопасности, когда ваши шпионы российские здесь больше не смогут себя вольготно чувствовать, как чувствовали еще совсем недавно. А тогда жители Крыма увидят, что их Россия бросила. Когда они увидят, что Россия им ничего не делает, и Россия не нужна. И вот тогда жители Крыма сами скажут, что мы хотим вернуться в Украину. Увидите, это будет еще, надеюсь, при вашей жизни, точно при моей. Иллюзии были у большевиков. Они тоже хотели, чтобы коммунизм был по всему миру. Иллюзии были у Гитлера. Он хотел, чтобы везде был нацизм. Иллюзии есть у американцев. Они хотели, чтобы везде был американский либерализм. Но человечество этого не хочет. Все ненавидели Гитлера, большевиков. Сейчас все ненавидят Америку и Барака Обаму. Поэтому вам нужно вовремя помириться с Россией и договориться по всем вопросам. Значит, у нас мир с российским народом может быть, но не мир с Путиным, Владимир Вольфович. С российским народом обязательно будет мир. Тогда, когда будет возвращен Крым и выдворены террористы с территории Украины. Вот тогда, когда вернется Крым, у нас будет мир. Значит, Владимир Вольфович, я не знаю, какие ваши мнения по поводу национальности, рас и так далее. У нас в Украине уважаются все национальности, все расы. И когда у нас был Майдан, у нас все люди всех национальностей и всех цветов кожи чувствовали себя как одна единая сила, единая команда, которая выдворила клику Януковича из Украины. Так же, как когда-нибудь российский народ выдворит клику Путина из России. Больше всего делали антирусских действий на Украине. Посмотрите ваши учебники истории, вы же все переписали на американский лад. Но это тяжело по телефону говорить. Давайте встречаться. Значит, Владимир Ильич, жду вас в Киеве. Мы вам вышлем официальное приглашение Министерства внутренних дел. Можно что-то сделать. Значит, Владимир Ильич, вы... Осталось вот некоторое время, когда можно все остановить. Значит, Владимир Ильич... Начать вот такие переговоры, встречаться. Отлично. Мы вам высылаем предложение на ваш офис с приездом.
Значит, Владимир Ильич, подытоживаю. Мы от имени Министерства внутренних дел присылаем вам официальное приглашение приехать в город Киев для проведения переговоров о мире между Украиной и Россией. А там уже в ходе переговоров, я думаю, вы выразите свою позицию, мы выразим нашу позицию. Спасибо большое за вашу открытость, за ваше желание, так сказать, общаться. Вот, всего хорошего. Значит, на переговоры приезжайте, пожалуйста, без апельсинового сока. Вот, мы будем горилкой обливаться.